Попробуйте через систему Сбербанк онлайн, если вам будет более выгоднее, все-таки экономить ваше время. Вопросами повышения качества обслуживания мировая банковская система озадачена уже давно. Сбербанк России, как один из крупнейших игроков финансового рынка, считает качество самым главным конкурентным преимуществом. Понятие качества очень емкое, оно включает целый спектр разных аспектов, начиная от приветствия на входе и завершая линейкой предлагаемых услуг, в данном случае для физических лиц. Сбербанк России очень плотно работает в сфере социальных услуг. У нас очень высокая доля коммунальных платежей. У нас высокая доля пенсионеров, которые обслуживаются, как в городе Чебоксары, Новочебоксар, так и в районах на территории Чувашской республики. У нас очень много совместных республиканских программ, в том числе кредитование, в том числе поддержка учебных заведений. Мы в своей деятельности стараемся подобрать продукты для каждого слоя населения. Для клиента синонимом качества чаще всего является удобство. Конечно, приятно, когда тебе улыбаются, но еще важнее сделать необходимые банковские операции быстро и без нервотрепки. А больше всего вкладчики ценят готовность Сбербанка пойти навстречу, выстроить максимально подходящую схему взаимоотношений. Пенсию перечисляй на сберкнижку, там ветеранские и другие перечисления. Вот и все идет на сберкнижку. Удобная вещь в любое время. А раньше, если люди ходят на почту там, по дням и так далее, а мне когда нужно, хотя срок придет определенный тоже после 11 числа, получаю. Ну вот могу 11, могу другие дни взять эти пенсии, могу не все взять. А на почте получаешь все средства, они быстро расходятся, так сказать. Кроме того, людей устраивает и то, что офисы Сбербанка близко от дома, и то, что действуют они в удобное время, не надо отпрашиваться с работы, и то, что здесь давно введена электронная очередь, заметно сократившая время ожидания. Все это составляющие понятия высокое качество обслуживания, за которое борются сотрудники Чувашского отделения Сбербанка. И побеждают.